Добрый день всем подписчикам и гостям канала. Продолжаем делать покупки. И сегодня у нас очередная распаковка лота, купленного на аукционе Виолити. Так, а здесь у нас набор обиходных монет Украины 2018 года. Это был последний выпуск набора тиражом 10 тысяч. Набор также интересен тем, что в нем последний раз вышли монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. А также монеты 1 гривня старого образца. Рекомендую всем в коллекцию и как инвестицию.